Сегодня в Бельцах стартовал чемпионат Республики Молдова среди юниоров 15-16 лет. Этот чемпионат является отборочным чемпионату Европы, который в конце сентября месяца стартует в Италии. У нас есть перспективная молодежь. И эти ребята, которые сейчас выясняют отношения, кто станет чемпионом, кто завоюет право участвовать в чемпионате Европы, они уже, некоторые из них имеют опыт участия в чемпионате Европы среди школьников младшего возраста. Есть несколько лидеров, и сильнейшие боксеры поедут на чемпионат Европы. И у нас есть глубокие традиции успешного участия в чемпионате Европы среди юниоров. На прошлом чемпионате у нас был финалист, призеры. У нас даже раньше бывали чемпионы Европы. И мы также надеемся, что нынешнее поколение боксеров успешно будет представлять Республику Молдова на чемпионате Европы и других крупных международных соревнованиях. Мы сегодня проводим чемпионат Республики Молдовы по юниорам. Участвуют 119 боксеров из 18 регионов нашей Молдовы. Надеемся красивых, ярких побед и хороших, нормальных представителей Республики Молдовы на чемпионатах Европы в Милане, который будет проходить в сентябре. Уровень бокса вырос за последнее время очень высоко. Ребята хорошо выступают на международных и европейских турнирах. Молдавия занимает и высшие пьедесталы. Также в этих возрастах ежегодно мы привозим бронзу, серебро и золото с чемпионатов Европы и международных турниров. Бельцы в очередной раз принимают чемпионат Молдовы по боксу, потому что сегодня в Бельцах, я думаю, одни из лучших условий подготовки наших спортсменов и спортсменов сборной. Ребята, которые сегодня выиграют чемпионат Молдовы, поедут на чемпионат Европы в Италию. Сегодня условия только проводить и приводить наших хороших спортсменов, которые со всей страны будут представлять нашу страну. Я думаю, что этот турнир выявит сегодня сильнейших. И для Бельцев это, конечно, очень важное событие, потому что Бельцы будут всегда спортивной столицей. И в Бельцах всегда готовили самых лучших, наверное, боксеров нашей страны, нашей истории также.